привіт усім, хто хоче бути гарним, здоровим і задоволеним життям. Сьогодні ми будемо говорити про дуже болючу тему, особливо для жінок і дівчат. Це сіднички. І як же зробити так, щоб ваші сіднички були супер гарні, щоб ви були ними задоволені, це про це знає Стас Веледницький, Станіслав – фітнес-тренер і майстер перевтілень. Сьогодні ми завітали до нього, і він нам розкаже, що ж робити з сідничками для того, щоб вони були гарними. Юля, зрителі, добрий день. Тема ягодиц и работы с этими мышцами на самом деле является для меня довольно приоритетной, и многие мои подопечные называют меня иногда ягодичных дел мастер, потому что я очень много времени уделяю исследованиям того, как работает эта мышца. Потому что на самом деле мышцы ягодиц для фигуры девушек и, кстати, парней тоже, является очень решающим аргументом в пользу визуального эффекта. Потому что когда ты смотришь на девушку, у которой красивый потянутый пресс, ровные стройные ножки, руки, но она выходит на пляж, одевает красивое бикини, и ягодица у нее, будем говорить простым языком, приплюснута и не имеет ту самую привлекательную округлую форму, то вся картинка максимально сразу рушится. Або, наприклад, дуже гарна сукня, але видно одразу, що немає тих обрисів, які нам треба, так? Все вірно. Зараз, до речі, з'явилася білизна, яка нібито допомагає ці обриси сформувати, але ж для чого вона нам треба? Нам треба все, щоб було не штучно, щоб все було природньо. Все вірно. І, говоря про природу, я должен сказати, що природа устроила наши ягодичные мышцы таким образом, что эта мышца относится к, назовем это так, семейству ленивых. Объясню, в чем дело. В украинском языке есть отличное слово, которое у нас указывает на нужную точку – сиднички. А слово «седаты» – мы сидим на них. В этом и заключается главная проблема того, что ягодицы постепенно становятся более сплюснутые и теряют вот ту самую округлую форму. Потому что когда мы сидим, мы постоянно на ягодицу оказываем давление в ее растянутом состоянии. Поэтому мышца постоянно как бы сплющивается. Наша задача сделать так, чтобы мышца не просто приобрела заново свою вот ту округлую, красивую, привлекательную форму, но и стала упругой и приподнялась немного, и ее стало видно, особенно в узких джинсах. Mm-hmm. Есть простое решение этой задачи, которое не потребует от вас покупать ягодичные трусики-пушапы. Достаточно просто взять самую обычную резиновую фитнес-петлю. Мы все уже в этих резинках, мы да. их надели на себе мы и готовы делать вправы. Мы готовы создать попы мечты. Потребуется всего лишь фитнес-резинка, которую вы можете купить сейчас в принципе, в любом магазине, который что-либо продает, связанное со спортом. Они недорогие, это считается одним из самых универсальных недорогих видов оборудования. Три простых упражнения, каждое из которых мы сделаем по 30 повторений, 3 подхода. Если вы все готовы, тогда мы одеваем с вами фитнес-резиночки четко на середину голени. Важный момент заключается в том, что резинка не должна находиться у вас на суставе. Она должна находиться ровно на середине мышцы. Теперь важный момент. Чем выше вы оденете резинку, например, если я захочу, чтобы нагрузка была меньше, я подтяну резинку максимально вот сюда, к уровню карманов. Если я хочу, чтобы резинка тянулась сильнее, если у меня сильные ноги, да, то я одену ее в самый-самый низ, буквально к уровню носочков. Да. Но вы должны понимать, что если у вас в момент выполнения упражнения включается икроножная мышца сильно, тогда резинку необходимо поднимать как можно повыше. Угу. Итак, если все готовы, тренера моей студии тоже готовы показать вам классную серию, а назовем ее «Попа как у Ким». О. Почему бы нет? Итак, первое упражнение, которое мы сделаем с девчонками, мы выходим с вами на середину каремата. Почему нам очень удобно заниматься на каремате? Каремат позволит вам держать правильную дистанцию расставления ног. Теперь смотрите. Мы выходим четко по краям каремата, так, чтобы он у вас оказался на середине стопы. Колени смотрят немного в стороны, и попа должна у вас быть немного откручена назад. Обратите внимание, я специально стану.
Есть вариант, где вы просто присядете в коленях, в этот момент попа станет у вас максимально плоской. Ваша задача отвернуть таз назад, прямо выкрутить его красиво-красиво назад. И перенести вес вашего тела не на колени, а на пятки ног. Это будет ваша основная задача. Чтобы сохранить равновесие, это такой маленький лайфхак, большими пальцами ваших стоп, не рук, как будто зацепитесь за пол. Вы тогда почувствуете больше сцепления, больше стабилизации на поверхности. Вы тогда не будете шататься. Итак, первое упражнение, которое будет называться, я его называю внутренний краб. Руки мы поставили, сжали кулаки, хорошо? И мы делаем шаг внутрь и снова в сторону. И идет вторая нога. Идет внутрь и идет вторая нога. Во время выполнения упражнения мы стараемся не выходить из приседа, то есть постоянно находиться в приседе. Это будет первое упражнение, девчонки. Мы сделаем все его ровно 30 повторений, хорошо? Начинаем по нашей традиции с правой ноги. Присели вниз и поехали. Нога внутрь, в сторону. Внутрь, в сторону. Три. Девчонки, дышим. Попа зажата. Фух, шаг. Ровно 5 раз. 4. 3, 2, 1, молодцы, супер. Попа активирована, теперь мы с вами выходим вниз, аккуратненько становимся на колени, ягодицы выдвинуты чуть-чуть назад, упражнение называется «Собака на коленях». Обратите внимание, особое важное внимание, хочу, чтобы сейчас зрители увидели, я повернусь немножко боком, что когда вы будете поднимать правую ногу, левая нога должна быть не на носочке у вас стоять, а носочек должен полностью лечь на землю. В этом случае вы не будете отталкивать себя ногой, которая остается на земле, а работать исключительно ягодичной мышцей, которую вам нужно прокачать. Это маленький трюк, который помогает вам почувствовать попу совершенно под новым углом. С правой ноги, девчонки, все готовы? Левый носочек вытянули. Так, правую ногу приподняли вверх. И не опуская ее до коврика, короткие, пульсирующие, подергивающие движения. Поехали. Раз, и два, три, не спешим, четыре, и вверх, пять, шесть. Четыре, подержали наверху, опустили. Чувствуется, да? Однозначно. Чувствуется конкретно. Чуть-чуть отдохнули, подышали. Вторая нога, три, два, один. Поехали. Три, две, один. Отлично. Так, второе движение сделано. И третье движение позволит вам не просто включить грушевидную мышцу, а эта мышца называется еще, если брать сленговое ее название, подушка для ягодиц. Ну и проработает хорошо мышцы кора и немного трицепсы. Мы выходим с вами на прямые руки, как будто в позу отжимания. Ноги ставим четко по краям коврика, как в первом упражнении. Помните? Попу опустили вниз, зажали и начали такой же шаг. Внутрь левой ногой, внутрь правой и снова. Левая в сторону, правая в сторону. Все готовы? И поехали. Начали ходить. Раз, два. Вот. Без коврика. Попу держим ниже. Оперлись в руки. Попа зажата. Еще два. Еще один. И есть, закончили. И обязательно растянули ягодичные мышцы. Стараемся попу опускать как можно ниже к пяткам. Выдыхаем. Три, два, один. Супер. А теперь все встаем и повторяем всю эту серию еще как минимум 2 раза. Всем желаем классных, накачанных, упругих ягодиц, шикарного настроения, ну и, конечно же, всех с наступающими праздниками. Дякую, супер. Стас, оп, девчата, клас, у нас все вийшло. Я так сподіваюся, що ви будете повторювати і, звичайно ж, робити все, що зараз, тільки що ви це бачили, і у вас будуть просто неймовірні сідниці.